специалист по породе пиренейская горная собака. Он приехал в этот раз в Россию для того, чтобы судить на выставке в Владимире. Наверное, кто-то из вас вчера там был. В том числе он судил породу пиренейской горной собаки. И там ту и старшие специалисты, где что раса, где и монтанец, например. Eu comecei em 1976. Он начал заниматься породой в 1986 году. Com a aquisição de quatro cães de Tuco de Fá. У него сначала было четыре собаки. И на primeira ninhada que eu fiz com um cão. И первая ниада, которая у него была. Com o cão que eu fiz do. O primeiro cão que eu utilizei foi o Chão do Moderno. Это была собака из Шанда Модерн. Un cão belga. Это была бельгийская собака. И dessa primeira ninhada tirei três campeões do mundo. И из этой первой вязки потом он воспитал трех чемпионов мира. Um deles, o Esco. Один из них это Эску. Que foi que ficou em França, esse cão. Foi vendido para a França. Para o criador Arvaz do Neuvier. O Nastal Sepitor, que é advogado do Sepitor, que é conta, tá? Da venda desse cão nasceu uma grande amizade. E когда он продал эту собаку во Францию, у них начались хорошие отношения с этим питомником. И uma parceria no canil com esse criador, entre mim e esse criador. И началось сотрудничество между Жуаву и этим питомником. Desse criador, hoje mundialmente conhecido. Сегодня это один из лучших питомников, который есть в мире. Considerado o melhor criador neste momento da atualidade na raça. И там всегда есть хороший материал для воспроизведения породы. Mas que já não há qualquer tipo de parceria entre nós. К сожалению, это немножко другой тип, который мы сегодня можем видеть на выставках. И pronto, o meu tipo de cão é um cão, diferente, é um cão de linha francesa. Те собаки, которых разводит он, они имеют другой тип, так называемый французский тип. И desde essa altura, desde essa altura, passaram pelas minhas mãos cães como Mustamik. Потом в его питомнике были собаки из Мустамик, Турмалин, и todo um grande número de cães que vão ser apresentados. И потом я, конечно, покажу фотографии всех этих собак, которые прошли через мой питомник, и были у меня в питомнике. И um conselho que eu dou às pessoas que estão a começar na Rússia, porque é uma raça nova na Rússia. У вас уже есть собаки, но я, как я понимаю, для вас, для России это новая порода. É por não enverdarem pelas linhas americanas. И то, что я могу отметить, у вас очень много американских линий. As linhas americanas não são linhas puras. И то, что я хочу вам сказать, что американские линии – это не чистые линии в этой породе. O conceito americano não é igual ao conceito europeu. И, к сожалению, то, что они производят в Америке, это совершенно не то, что мы производим в Европе. O conceito europeu é conceito mais zootécnico, mais sinotécnico. Наше разведение, оно более технично, оно более анатомично. O conceito americano é conceito, conceito de show. А в Америке больше разводят собак для шоу. И там совершенно другая конструкция собак. Смотрите.